Николай, вы сегодня представляете фильм «Праведник», который с успехом как-то прошел здесь, с кинопоказа. Вообще по всей России. И по всей России, но да. А вот интересно, что было, может быть, самое сложное и самое интересное лично для вас во время съемки вот этой ленты? «Шма Исраэль». Да? Это было самым сложным, потому что я учил на иврите, а потом за несколько часов до начала смены пришлось переучиваться на идиш, потому что в тех местах в то время не говорили на иврите. Это было сложно. Как мама сказала, я большой, просто держи. Вообще, у вас были мысли соглашаться на эту работу? Нет? Однозначно. Вот эта история. Я прошу прощения, что я перебиваю. Однозначно, потому что имя Урсулюка, и это определенное знак качества. И если Сергей Владимирович отбирает актеров, значит, они что-то могут. Поэтому, когда мне предложили сняться, я с удовольствием согласился. А вы были знакомы с историей праведника Киселева? Нет, не был. Как относитесь к его подвигам? Потрясающий человек. Спасибо таким людям. Жалко, что их очень мало. Со мной Борис поделился тем, что для вас не секрет, что вы сегодня станете лауреатом. Вот как вы к этому относитесь? Это такая награда, получается, народная. Голосовали ребята, люди, которые ходят, смотрят фильмы здесь. 20 фильмов уже пересмотрели почти. Они выбрали лучшего актера. Приятно. Вообще, Борис мне изначально прислал, что за первый день там чуть ли не на первом месте был, я всегда говорил, что для меня это неожиданно. Вообще, для меня это неожиданно. Вот, и первое, можно сказать, такое награждение, и тем более от людей, которые причастны к этой истории. Ну, косвенно, я имею в виду евреев. Лучший актер – это Николай Хмелев. Фильм «Праведник». Приготовил, но забыл слова, поэтому танец. Спасибо большое, спасибо, очень приятно, спасибо, что вы оценили работу в прекрасном историческом фильме. Надеюсь, что этот фильм войдет в историю. Я вообще возьму награды. Что они значат для актера вообще? Для меня они ничего не значат, правда. Ну, это как, я не знаю, ну, это, конечно, это приятно любому человеку, но для меня, я не знаю, что это такое. Спасибо вам большое, очень рада знакомству.